Алло, всем привет. Русский есть вообще? Будить умеем? Русский есть? Негатив. Я. Чё? Хорош. А из КТшников есть русские? Я из ПТ. Чё, реально? Да. Ля-ля-ля-ля-ля. А, ну короче, у нас тут целая орда, да? Ля-л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 я-
Я есть. Да нет. Но помимо этого сервака. Чувак, так сейчас. Ну, один чувак из КТшников остался. Че нам играть-то? Ну вот теперь сейчас будем играть. Сейчас я не могу за вас. Смотрите. Ну не знаю, не знаю. Погнали все на рынок. Погнали. Подсадка, лол. Погнали рашить, короче, так лучше будет. На длине, на длине. Жалко то, что не слышит. Ой, пиздец, ой, обидно. А чё я такое сделал? Не выгоняйте его, люди. Ну и чё, ты тоже болтаешь? Давай тебя сейчас кикнем туда. Люди, он болтает, он задолбал уже всех почти. Вот блин, тупые. Лучше бы выгнали, и вот. Да. Я тебя кикну. Люди, давайте тащить. Надеюсь на это. Давайте, все за мной, все за мной. Ой, там несколько. Flashbang.
Со спины обходит, кто в доме. Со спины. С дробашом, давайте с дробашами покупаем самые жесткие дробаши и давайте. А так чуть на мяч, мы его бегу. Вы понимаете, мы их рашим не затащим. Ну, типа, если будем рашим, то мы их не затащим. Давайте уже хоть на какую-нибудь карту сменим, а. Закройся. Сумеешь проигрывать. Ладно. Так, два чиновника. Да, согласен, вы научишься. Покупайте дробовиков у меня, он классический. Погнали в дом все с дробовиками. Ого, в дом я помешал. Так а чё я один в дом? У меня без дробовика, у меня... Давайте дробовики. Я с дробовиком. Ко мне, нас окружают, быстро, быстро! Чуваки, давайте реально с дробовиками пойдем как там по пути на яру. Блин, что-то запоздно вас зашел. Там себя один человек мать пушит. Я буду на спавне, если что, так сторожить. Из конфет. Заходим, не ссыться. Ну как он умирает? Все, короче, я покупаю дробовик. Давайте на спаун. Стойте здесь все! Все здесь быть! Перекрывайте! Да вы слабые какие-то.
Заходите. Да и флеш заходит. Заходи, заходи, заходи. Все, идите дальше, заходи. Заходите, давай, давай. Наконец-то. Красавчик. Я в Б. Чувак, агент какую-то карту такую. Как, чувак? Это невероятно, это был показатель нашего скилла. Мы вместе смогли, мы пришли от ничего к этому огромному значению.